привет! В эфире Афиша, а значит, выходные уже близко. В этом выпуске вы узнаете 4 способа избавления от осенней хандры. Я, Анна Троян, все подскажу. Любишь не только вкусно поесть, но и готовить? Тогда в субботу отправляйся прямиком в орбиту. Здесь соберут команду настоящих маленьких поварят. Вам предстоит пройти кулинарные испытания, которые многому вас научат. Всем участникам вкусные и яркие призы, море позитива и важные навыки. Приходи совмещать приятное с полезным. И вот еще одна отличная новость. Арт-выходные нам предстоят, мои друзья. Тамилинский театр «Чердак» представит военную драму. От заката до рассвета история о героическом подвиге, настоящей любви и дружбе. Зрители увидят спектакль о двух летчицах, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Запомните, 19 октября в 19:00. Внимание, есть возрастные ограничения. Конечно, пока нас совсем не накрыли холода, проводите время в люберецких парках. Дышать полной грудью позволит проект «Активное долголетие». Так что, если вам за 50, добро пожаловать на танцевальную площадку в пятницу вечером и в субботу утром. А воскресный день – время хороших дел. «Добрый шкаф» распахнет свои двери на 12 площадках округа. Благотворительная акция – отличный повод освободить свой гардероб от ненужных вещей и помочь им нуждающимся. Интересными будут эти выходные. Отдыхайте с пользой, ходите в кино и дышите осенним воздухом. С вами была Анна Троян. Пока-пока.